создание пирамиды. Есть несколько версий происхождения слова «пирамида». По самой распространенной, оно происходит от греческого «пурамис» – «хлеб конической формы». Древние египтяне связывали жизнь и смерть с солнечным циклом. Идеальная форма гладкой пирамиды являлась олицетворением фараона, после смерти обращавшегося в солнечный луч. Прообразом пирамид был Бен-Бен – первичный холм из гелиопольского мифа о сотворении мира. Эта легенда так или иначе затрагивала все стороны жизни Древнего Египта. Во время додинастического периода погребальные обычаи зависели от того, где именно их проводили – в Нижнем или Верхнем Египте. До пирамид для погребения использовали ямы. Первое захоронение на месте селения Мерим-де-Бени-Салама датируют 5-м тысячелетием до нашей эры. При изучении гробниц выяснили, что тела умерших помещали в неглубокие могилы в позе эмбриона. К сожалению, по найденным там же предметам быта не удалось установить социальную принадлежность усопших. Додинастические обычаи Верхнего Египта просты, но включают целую систему погребальных обрядов. Принято выделять две культурные фазы – Бадари и Нагада. Первая длилась с 4400 по 3800 год до нашей эры. Малые некрополи на окраинах селений указывают на появление культа погребения. Тела покойных, покрытые шкурами коз или газелей, лежали в овальных могилах. Рядом с усопшими находились предметы, использовавшиеся в быту. Додинастические обычаи Верхнего Египта просты, но включают целую систему погребальных обрядов. Принято выделять две культурные фазы. В рамках трех периодов Нагады с 4000 по 3510 год до нашей эры погребальные обряды усложнились. Овальную форму могил сменили на прямоугольную, напоминающую дом. Размер могил увеличился, и в них стали класть больше предметов, связанных с погребением. Постройки стали прочнее, так как при возведении стен теперь использовались дерево и камень. Позднее ввели разделение по социальному статусу. Например, в Нихене знать и простолюдинов хоронили в отдельных некрополях. В переводе с арабского «мастаба» означает «скамья». Это разновидность погребальных сооружений, которые строили в Египте с древних времен до Среднего царства. Это своего рода улучшенный вариант погребальной ямы. Мастаба состояла из двух частей. Верхняя часть в форме усеченной пирамиды возвышалась на поверхности, а нижняя часть с погребальной камерой находилась под землей. Рядом с большой мастабой царя часто строили мастабы поменьше. Они предназначались для родственников и слуг правителя. В период Древнего Царства устройство подземной части мастабы постоянно усложнялось. Во времена Пятой династии было принято строить сложные системы, которые насчитывали до 30 помещений.
внутреннему убранству уделяли все больше внимания. В мастабах появлялось больше статуй и декоративных поверхностей. При шестой династии мастабы украшали рисунками. На стенах изображали сценки из повседневной жизни, которые демонстрировали благоденствие тех, кому посчастливилось обрести последний приют возле пирамиды фараона. Лучшим примером такой мастабы служит усыпальница Мерирука в Саккаре. Ступенчатая пирамида Джосера. Ступенчатая пирамида Джосера являлась центром комплекса храмов, копий дворцов и других сооружений, построенных для комфортной жизни фараона в загробном мире. Сам погребальный комплекс занимает 15 гектаров и расположен на высочайшей точке плато Саккара. Масштабы построек и тщательность работы позволяют считать его технологическим чудом своего времени. Крупицы информации о плане строительства удалось обнаружить только на одном каменном блоке. На нем был набросок склепа. Ступенчатая пирамида – первый монумент из камня. Ее высота 60 метров была рекордной для того времени. Построенная 4700 лет назад, изначально она была мастабой, усеченной пирамидой. Архитектор Имхотеп, возможно, счел ее слишком скромной для великого фараона и добавил ступени. Комплекс ступенчатой пирамиды окружен 10-метровой стеной протяженностью 1600 метров. Стена из белого известняка ориентирована по оси север-юг. Хотя в пирамиде 14 входов, только восточная дверь была предназначена для живых. Остальные были фальшивыми. Это были проходы для Ка-фараона. Также на стенах располагались бастионы и шпили, как в оборонительных сооружениях. Расположение этих элементов говорит об их связи с праздником Хепсет. Единственный вход в комплекс расположен в конце длинной узкой галереи. Каменный полог галереи сделан под бревна. В конце галерея расширяется. Этот проход напоминает дверной. В нем вырезаны двери и петли. Однако это лишь имитация.
Вдоль галереи стоят 20 пар шестиметровых колонн, сделанных из каменных блоков. Целиком фасад выполнен в форме снопов тростника. На колоннах были найдены следы красной краски, а на стенах – черной. Это должно было создавать эффект парения колонн в воздухе, когда в галерее было темно. Камеры по обеим сторонам колоннады, вероятно, были святилищами, символизирующими Верхний и Нижний Египет. Египтологи считают, что расположение камер могло символизировать процесс отправления правосудия. Гробница, охраняемая резными змеями, расположена в южном конце комплекса. Погребальная камера находится на глубине 30 метров. Эта низкая камера по форме напоминает мастабу и по сравнению с остальными достаточно хорошо сохранилась. Гробница сделана из розового гранита, хотя, возможно, им заменили известняк. Она слишком мала для покойника. Вероятно, она предназначалась для Ка-фараона или канопов с органами. Позднее канопы стали ставить в той же камере, что и саркофаг с телом. Ступени из известняка ведут на запад, в подземные помещения. Предполагалось, что в некоторых из них фараон и его семья будут жить после смерти. В этих помещениях находили глиняные сосуды, в которых хранилось пиво, молоко и масло. Стены, имитирующие дверной проход, были украшены рельефами. На них изображали фараона, который держит сельскохозяйственные орудия, или проводит ритуал воскрешения мертвых. Чтобы постройка дольше не разрушалась, в качестве материала Имхотеп выбрал камень. Завершив возведение первоначальной мастабы, он решил придать гробнице более внушительный вид. Идея была в том, чтобы поместить мастабы друг на друга. По данным ученых, пирамиду дважды надстраивали, и в итоге ее высота достигла 62 метров, а периметр основания составляет 121 на 109 метров. Пирамида, скрывавшая первоначальную мастабу, символизировала гигантскую лестницу, по которой фараон должен был подняться на небо. Сама пирамида – это цельная структура. Все камеры и туннели расположены под ней. Джосер Священный был основателем Третьей династии. Он правил 19 лет.
При жизни фараон был известен под именем Хор-Ничерихет, тело богов. Джосером его нарекли лишь спустя несколько столетий в знак уважения. Его считают одним из величайших правителей Египта. Спустя 2500 лет, уже в эллинистическом Египте, в его честь был создан апокриф. Джосера считали земным воплощением Гора, бога неба. На плите у пирамиды начертано и имя фараона, и имя бога. Джосер – первый правитель, поселившийся в Мемфисе, новом административном центре региона. До комплекса в Сакаре по приказу Джосера построили немало храмов и памятников. Погребальный комплекс стал первым в своем роде, величайшим архитектурным достижением фараона. Комплекс напоминал дворец Джосера. Резьба по камню имитировала кирпичи, деревья и тростник. Учитывая все детали, очевидно, что процесс обработки камня был долгим и трудоемким. Комплекс спроектирован так, чтобы на его территории могли провести праздник Хепсет, в знак того, что фараон правит народом и после смерти. В углу комплекса можно увидеть самую загадочную постройку – храм под названием Те. Фасад его прост, а внутри – изысканные колонны джеды и резные изображения. Вполне возможно, что храм Те построили для того, чтобы Ка фараона, посетившая мир живых, могла наблюдать оттуда за течением праздника Хепсет. Праздник Хепсет знаменовал восстановление божественных сил фараона, хранителя порядка. Посредством серии ритуалов и церемоний, через танцы, подношения и посещение святилищ, утверждалась его божественная природа и сила. Для каждого фараона Хепсет устраивали на 30-й год его правления, хотя иногда эти сроки не соблюдались. Первый праздник состоялся в эпоху Первой династии. Для проведения таких ритуалов в границах комплекса Джосера было отведено специальное место. На юго-востоке от пирамиды. На площадке для праздника находились псевдосвятилища и платформа с двумя лестницами, символизирующими Верхний и Нижний Египет.
На площадке находились два павильона, представляющие дворцы Верхнего и Нижнего Египта. Два прямоугольных сооружения стоят одно напротив другого. Их фасады напоминают храмы на церемонии Хепсет, а колонны увенчаны капителями в форме опадающих листьев. На стеле около павильонов найдены имена царицы Хетафернепти и принцессы Иниткас, что позволило сделать вывод, что эти погребальные строения были посвящены им. На площадке находились два павильона, представляющие дворцы Верхнего и Нижнего Египта. Два прямоугольных сооружения стоят одно напротив другого. Их фасады напоминают храмы на церемонии Хепсет, а колонны увенчаны капителями в форме опадающих листьев. На стеле около павильонов найдены имена царицы Хетафернепти и принцессы Иниткас, что позволило сделать вывод, что эти погребальные строения были посвящены им. Погребальный храм на севере комплекса устремлен к звездам, куда усопший фараон должен был восшествовать после смерти. Внутри храма находится сердаб фараона. Это молельня, одна стена которой скошена под тем же углом, что и первая ступень пирамиды.
На северной стене были два обзорных отверстия. Статуя изображает Джосера на троне. На нем мантия, трехчастный парик и намес, царский головной убор. Статуя олицетворяет Ка, царя. Он взирает сквозь отверстие на двор, и фараон даже после смерти может наблюдать за церемониями и получать приношения. Создание пирамиды. Внутри ступенчатой пирамиды Джосера. Имхотеп, архитектор ступенчатой пирамиды, был важной фигурой как для фараона Джосера, так и для всех жителей Египта. На постаменте статуи Джосера, обнаруженной в 1926 году, Имхотеп воспевается как плотник, скульптор, каменщик и верховный жрец. О жизни Имхотепа известно мало. И хотя его считают основателем египетской медицины, в первую очередь он известен как архитектор. Прорабатывая внешний вид пирамиды и другие элементы комплекса, Имхотеп стремился увековечить образ фараона. Пирамида Джосера построена из каменных блоков вместо саманных кирпичей. На тот момент она стала самым высоким сооружением в Египте. Среди всех природных материалов Имхотеп отдавал предпочтение камню. Слава мемориального комплекса Джосера пережила века и тысячелетия. А его архитектор Имхотеп был обожествлен древними египтянами позднего периода.
дополнение к центральному подземному дворцу Джосера были вырыты 11 шахт. Каждая уходила на глубину 33 метра и соединялась с горизонтальной галереей длиной 20 метров. Первые 5 галерей предназначались для членов царской семьи. Под землю вели два прохода. Каждый из них разделялся на три туннеля, ведущих к отдельным галереям. В обширном подземном пространстве хранились приношения и различная утварь. В туннеле с восточной стороны находилось 40 тысяч каменных сосудов, многие из которых принадлежали предкам царя. Погребальная камера Джосера располагалась на дне 28-метровой центральной шахты. Египтолог Жан-Филипп Лауэр считает, что изначально камера была облицована известняком, а на ее потолке были высечены пятиконечные звезды. Но в какой-то момент почти весь известняк заменили на розовый гранит, оставив только плиты, украшенные звездами. От камеры отходит множество туннелей, образуя лабиринт. Их суммарная длина составляет более 5 километров. В лабиринте есть тупики и фальшь-двери. Возможно, их сделали для Ка усопших, а не для обмана грабителей. От камеры отходит множество туннелей, образуя лабиринт. Их суммарная длина составляет более 5. В отличие от пирамид в Гизе, в монументе Джосера нет дополнительных проходов, прорытых ворами. В них не было необходимости. Попасть в туннели было легко, поэтому злоумышленникам не составило труда разграбить эту пирамиду. Неизвестно, когда украдена мумия Джосера. В 1934 году Жан-Филипп Лауэр нашел там только левую ступню. Этот специалист, посвятивший всю жизнь изучению комплекса, считал, что она принадлежит Джосеру. Синие камеры, предназначенные для фараона, выложены сине-зелеными плитами, имитирующими циновки, украшавшие стены и окна дворца. Сходство с циновками помогает добиться искусная резьба по камню и мастерство художников. Thank you.
Параллельно друг другу расположено два вытянутых помещения. В южном сделаны фальшдвери, разделенные каменными блоками. Северная представляет собой проход к боковым камерам. В прилегающих камерах хранились сокровища фараона. Дверные проемы сделаны из известняка. На них выбито имя царя. Как и в южной гробнице, они украшены искусной резьбой. Там изображен фараон, который совершает различные ритуалы в святилищах. В игре было решено разнообразить внутреннее убранство усыпальницы. Учитывая масштабы и проработанность элементов комплекса, его можно считать настоящим инженерным чудом того времени.